Здравствуйте, это Павел Колесов, сейчас я веду тренинг канал по практике речевой воздействия в городе Томске. У нас аншлаг, полный зал, можете посмотреть, как все это сейчас у нас здесь происходит. Народу весело, разбираемся, как внушать другим людям, чтобы не делали то, что вы хотите. Вот так обычно это все и происходит. Если вы хотите научиться управлять другими людьми, и чтобы они не понимали, что на самом деле происходит, добро пожаловать на речевое воздействие. Просто, быстро, эффективно. Другие люди будут выполнять ваши команды, не замечая, что воздействие было именно от вас. С вами был Павел Колесов. Добро пожаловать.